США по меньшей мере 40 жилых домов взорвались из-за аварии на газопроводе. Как сообщает агентство Рейтер, в нескольких городах к северу от Бостона произошла серия взрывов и пожаров в жилых домах. Служба спасения приводит данные об одном погибшем и 12 пострадавших. Сотни людей эвакуированы. По предварительным данным, причиной такой масштабной аварии стало избыточное давление в газопроводе. Его просто разорвало сразу во многих местах. Компания, которой принадлежит газопровод, объявила, что теперь придется заменить трубы по всему штату Массачусетс. А пока ее сотрудники пытаются снизить давление в трубах. Однако на это уйдет какое-то время.